Банк – это доверие. Банк – это поддержка. Белагропромбанк – это тысячи людей, доверивших нам заботу об их благополучии. И уже 30 лет наш банк добросовестно выполняет свои обязательства перед каждым своим партнером и клиентом. Наше путешествие по истории началось в 1991 году. Белагропромбанк был зарегистрирован в Национальном банке Республики Беларусь. Мы первые выпустили биржевые облигации, первые провели бесконтактную оплату и с ходом времени заняли первое место среди отечественных банков по объему кредитования. Для наших клиентов мы открыли высокотехнологичные офисы обслуживания, представительства в Милане и центры притяжения iGrow. Реализовали сверхбыстрые платежи в режиме реального времени. Выпустили для клиентов несколько самых актуальных продуктов и даже поучаствовали в социальной жизни нашей страны. Мы гордимся тем, что открыли новую ультрасовременную лабораторию генетических биотехнологий в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии и провели благотворительные акции «25 добрых дел» и «30 добрых дел». Нам повезло стать партнерами детского Евровидения 2010 и сделать вклад в будущее, поддержав бизнес-мероприятие для стартапов «Минск Инвест Уикенд» и проект «Стартап года». Мы провели республиканские образовательные конкурсы по поддержке и развитию молодежного предпринимательства «Агро 2.0» и «Агро 3.0». И мы не могли бы в полной мере оценить свои заслуги, если бы не взгляд со стороны. В 2020 году Белагропромбанк был отмечен высокой наградой «Лучший банк-партнер в поддержке малого и среднего предпринимательства», а также вошел в топ-3 интернет-банков для бизнеса в Беларуси по версии SME Banking Club по итогам исследования «Бизнес онлайн банкинг 2020». Каждый год Белагропромбанк поддерживает значимые для страны и компании проекты. Среди них «Ложка в ладошке» – компания, производящая натуральное детское питание, созданное с заботой о наших детях. И ООО «Белдан» – комплексное агропредприятие и мясокомбинат. Медицинский центр «Клиника Мерси» с высокопрофильными специалистами на страже нашего здоровья. А также ООО «Запад Трансэкспедиция». Компания, обладающая современным газоперерабатывающим комплексом и складом хранения нефтепродуктов. Еще один важный инвестиционный проект банка – это дочерняя компания ОАО «Агролизинг». В этом году ОАО «Агролизинг» исполнилось 15 лет. Компания является одной из ведущих лизинговых организаций Республики Беларусь и входит в топ-5 лизинговых компаний по рейтингу Ассоциации лизингодателей. За годы деятельности предметами лизинга ООО «Агролизинг» стали целые заводы, лесозаготовительная и сельскохозяйственная техника, транспортные средства, торговые центры, офисы, квартиры и многое другое. Общество является одним из лидеров по реализации автомобилей «Джили», поддерживает субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляет лизинг физическим лицам. ОАО «Агролизинг» активно развивается и расширяет географию своего присутствия. Региональные менеджеры компании присутствуют в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях. Развитие компании строится на доверии наших клиентов, партнеров, финансовых институтов, а также на работе сотрудников компании во всех уголках нашей страны. Что вы считаете достижением за время своей работы в банке? Благодаря слаженной работе команды профессионалов, региональной дирекции по городу Минску удалось выйти на новый уровень за счет привлечения новых клиентов и значительного наращивания объемов кредитования. Наиболее важным, значимым достижением работы моего коллектива является сохранение и приумножение клиентской базы. Главное достижение наше за последние 5 лет – это то, что мы смогли сохранить те лучшие традиции, которыми всегда отличался Белагропромбанк, а также смогли сохранить коллектив единомышленников и профессионалов, с которыми, я уверен, мы способны встретить любые вызовы судьбы и благополучно с ними справиться. Работа слаженного коллектива, объединенного общими целями, задачами, работа профессионалов своего дела, людей, преданных своей профессии. История тесного и плодотворного сотрудничества с клиентами, которые заслуживают самого глубокого и искреннего уважения. За 30 лет создана команда профессионалов и достойные руководители, которые были на протяжении 30 лет, формировали ее. Весь коллектив дирекции работал на повышение стабильности и эффективности нашего банка. И нам многое удалось сделать. За что вы готовы поблагодарить своих коллег? Прежде всего, я хочу поблагодарить свою команду за ежедневное поддержание атмосферы, в которой очень приятно работать и выполнять поставленные цели. Хочу выразить слова благодарности своим коллегам, моему коллективу, настоящие профессионалы, которые
умеют работать в банковской сфере. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма. А нашему банку процветания и долгих лет жизни. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, новых идей и их воплощения в жизнь. Я искренне желаю своим коллегам жизненной энергии, согласия, уверенности в завтрашнем дне, мира, благополучия, семьям, крепкого здоровья, вдохновения и счастливой жизни. Хочу поблагодарить наших сотрудников за приверженность нашему банку, верность, надежность, целеустремленность и в достижении целей и постановке задач. От всей души желаю и всем нам ярких, положительных, жизненных моментов, воплощения самых смелых планов и идей для дальнейшего процветания нашего банка. Белагропромбанк. 30 лет развития для нашего общего будущего.